Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался от коронавируса спутником Light, сообщает РИА Новости. Воронежский водитель автобуса сначала обматерил женщину за отсутствие маски, а затем грубо вытолкал ее из автобуса. Сам водитель был без маски. А ты пи***лка, не мытый, выйди отсюда, на***, ты меня слышишь? После продолжительной болезни на фоне коронавирусной инфекции умерла актриса Нина Русланова. Сын Дмитрия Пескова отреагировал у себя в сторис на гибель автоблогера Саида Губденского. Он написал, что все это страшно, но гонять он не перестанет. Ханты-Мансийский автономный округ стал первым регионом России, который ввел обязательную самоизоляцию для непривитых. А тем временем в Казани из общественного транспорта за утро высадили более 500 человек без QR-кодов. Бывший командующий Северным флотом рассказал, что причиной гибели атомной подлодки «Курск» стала подлодка НАТО. Как последующий анализ показал, я сделал вывод, что это иностранная подводная лодка. А тем временем в России 22 ноября отмечался День сыновей. Вышел трейлер перезапуска мультсериала «Ну погоди», который сильно задизлайкали. Ссылку на полный ролик мы оставим в описании. Сегодня празднуется Всемирный день приветствий. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем привет!